Когда ты оставишь меня в покое? Когда исчезнешь из моей жизни? Когда? Кто вы? Почему ты нас беспокоишь? Тебе интересно, кто я? Не узнаешь? Не узнала. Признавайся. Не помнишь? Не понимаю. Что вы хотите от меня? Слушай меня. Оставь Самира в покое, поняла? Оставь его в покое. Он мой муж? Он не твой муж. Он мой муж? Он мой возлюбленный. Он мое сердце. Тебе не понять такие вещи, не поймешь. Что? Что вы говорите? Что вы говорите? Что здесь происходит? Зенура, успокойся. Сам успокойся, мне... остынь. Самир, я... я ничего не понимаю. Я убью ее, убью. Я принес тебе деньги. Убери их. не нужны мне твои Ты деньги. Я же сама просила, оставь ее в покое. Уберись свои деньги. Оставь Кто нас она? в покое. Оставь нас Это в покое. Она должна оставить нас в покое. Не вмешивайся. Ты лучше застрели меня. Что? Кто? Кто она? А ты заткнись. Я сейчас все объясню. Сейчас Молчий. все объясню. Говори, кто она? Зинур. Самир. Ты тоже закрой рот. Сейчас либо она умрет, либо я. Понятно тебе. Застрели ты меня. Я не понимаю, кто стреляй, она? Стреляй! Зинур, стреляй в меня! Самир! В меня, слышишь? Ты же знаешь. Я тебя люблю, Самир. Отпусти пистолет. Почему? Почему она должна быть между нами, как черная тень? Ты послушай меня. Нет. Отпусти а оружие. Я тебя безумно люблю, Самир. Ты же знаешь это. Я сам тебя убью. Пойми, я люблю я тебя. Я сам тебя убью. Никто не имеет права убивать Зену, меня. Зенур, я тебе говорю, кто? успокойся. Или я убью тебя. Проданная честь. ликом. Зинура? Да. Валейкам ассалам. Проходи, садись. Зинура? Ты в порядке? Что случилось? Ты побледнела. Что ты здесь делаешь? Мне... Это... Что случилось? Все в порядке? нужна твоя помощь. Моя помощь? Да. Я очень сильно боюсь. Не могу объяснить. Возьми себя в руки. Какая помощь? Я не знаю, что мне делать. Как тебе это сказать? Мне нужны деньги. Зачем тебе деньги? Почему именно я? Что случилось? Объясни. Впрочем, если начать все сначала, Самир... Я слушаю. Мой муж он брал в долг большие деньги, потом сбежал и не знаю, где он сейчас. Вот уже два года о нем ни слуха ни духа. Каждый день какие-то люди приходят ко мне в дом и спрашивают его. Они угрожают мне, говорят, что убьют меня, запугивают меня. Если они вернут мне его долги, они меня точно убьют. В каком веке ты живешь? Почему я должен вернуть долги твоего мужа? Ты об этом подумала? Правильно. Может, ты пытаешься снова обмануть меня? Откуда мне знать? Ради моего ребенка. Клянусь тебе, что Эй. я не обманываю тебя. Мне очень нужны деньги. Ради этих денег я готова на все. Знаешь, я так устала так устала от этой жизни, что даже попыталась покончить с собой, но потом подумала о ребенке. Ради него я должна жить. Я должна найти эти деньги. Иначе они убьют меня. Значит, муж сбежал. Да, сбежал. Сколько тебе нужно? Мне нужны 300 миллионов. Чего? Триста миллионов? Да. Ты в своем уме? Ты должен мне помочь. Ладно. Умоляю тебя. Хорошо. Мне больше некому пойти за помощью. Ладно, я найду тебе эту сумму. Только да. у меня одно условие. Скажи. Я на все согласна. На все. Ради своего ребенка я согласна на все. Говори. Ты все еще не изменил, Зинура. Ты не знаешь, что за условия, но уже согласна на все. Я сейчас не в состоянии думать. Лишь хочу, чтобы ты меня понял. Я на все согласна. Даже на совместную жизнь со мной? Да, согласна. Мне больше нечего терять. Даже готова продать свою честь ради денег? А твой муж? А что мой муж? Я же сказала, вот уже два года о нем ни слуха, ни духа. Он не думает ни обо мне, ни о своем ребенке. Что можно от него ожидать? Сколько можно ждать? Каждый день люди стучат в мою дверь. Они покончат со мной раз и навсегда. Погоди. Напиши свой номер. На этой бумажке. Скоро я выйду на связь. В такое трудное время все твои близкие отдаляются от тебя. Но я верю, что ты мне обязательно поможешь. Спасибо. В тот день шел такой снег. Да, мы так игрались, помнишь? Да. Самир, давай пойдем туда. Давай лучше в эту сторону. Ладно. А, теперь ясно, куда мы идем. И куда же? Тот день ты обещал мне. Ты очень красивая. Правда. Солгал. Что он? я тебя люблю. А я нет. Знаю. Пошутила. И это знаю. Счастье, что ты у меня есть. Ты осветила мою жизнь. Mm -hmm. Ты иллюзорной тенью освещаешь мои темные дни. Ты смущаешь меня. Я всегда буду светом над твоей головой. Потому что мое имя Зинура. Ладно, ну что, пошли? Пошли. Пойдем. Я ведь говорил тебе, что однажды ты вернешься ко мне. 250 тысяч сумм, да? Алло. Алло. Привет, Сардов. Привет, Самир, как ты? Сегодня нам надо увидеться. Хорошо, все в порядке? Приходи в то место как можно скорее. Нет, Самир, у меня дел по горло. Сам приходи. Ладно. Теперь я тебе покажу. Эх, Зенора. Что ты в этот раз затеваешь? 810 штук. Проходите. Ой. Привет. Добрый вечер. Как ты? Ассаламу алейкум хозяин. Ну, куда наш хозяин пропал? Ты забыл старого друга, а я нет. Ты же знаешь, каждый день одно и то же. Работа, дом, дети, семья, повседневная рутина. Хорошо. Что нового у тебя? Хотел встретиться побыстрее. Извини, Никак не смог освободиться. Знаешь, у меня к тебе одно важное дело. Валяй. Мне нужна твоя квартира. Какая именно? Та квартира, в которой никто не живет. Она же постоянно пуста. А. Жена выгнала из дома. Нет, все в порядке. Это другое дело. Акмаль, да, подойди, я на минутку. Иду. Идем. Ну в чем дело? Выкладывай. Все в порядке? Говори же. Все так серьезно? Сардор, я хочу жить с Зенурой. Чего? Зинуры? Совсем рехнулся. Ты что, шутишь? Нет, не шучу. Ну что, поможешь? Постой. Что происходит? Объясни с самого начала. Все нормально. Просто ей нужны деньги. Тебе-то что? Я обещал ей. Хм. Взамен потребовал, чтобы она была рядом со мной. И она согласилась? Да, конечно. У ее мужа долги выше головы. Она не сможет их вернуть. А этот подонок сбежал, исчез. Ты в своем уме? Ты спятил. Сардор, ты знаешь, она сильно огорчила меня. Такой возможности больше может не появиться. Самир, я против этого. К тому же я ей вообще не доверяю. Ваши отношения с Зинурой остались в прошлом. Забудь об этом. Во-первых, у тебя есть семья. И у нее тоже. Во-вторых, возможно, что она опять обманывает тебя. В-третьих, даже если она честна с тобой, ты хочешь изменить своей жене, а измена тяжкий грех. Ты все это знаешь. Ты осознанно идешь на такой поступок? Перестань. Не наставляй на ум. Я не пришел сюда за нравоучением. Дашь ключи или нет? Ее муж сбежал, телефон отключен. Его нигде нет. Она и так хочет развестись с ним. Я все это говорю тебе, потому что ты мой друг. Потаскуха, которая бросила своего мужа ради денег, будет ли тебе верна? Очнись. Когда ее муж вернется, у тебя будут большие проблемы. Сардор, не горячись. Я должен отомстить ей. Эй, иди, а? Постой. Твои родители три раза отказали моим. Объясни мне, что происходит. Ведь твоя мама знает о наших отношениях. Я не знаю. Не знаю. Что? Эй, скажи мне, в чем я не лучше другого? Теперь я сам пойду к ним. Самир. Я сам пойду. Это мое окончательное решение. Не делай этого. Я же девушка, моя честь. Я ведь должен бороться за тебя. Мне что, запросто отпустить свое счастье? Так не пойдет. Самир, я должна сказать тебе правду. Меня хотят выдать замуж за другого парня. Чего? Ты что, шутишь? Почему? За кого? Это не шутка. Не знаю за кого. Поэтому я не хочу, чтобы ты шел ко мне домой. Если ты меня любишь, умоляю тебя, не приходи к нам. Не позорь меня перед моими родителями. Теперь все бесполезно. Зенор, давай сбежим. Ты мне доверяешь? Да. Все будет хорошо, поверь мне. Давай сбежим. Я не могу пойти против воли своих родителей. Я не смогу с тобой сбежать. Прости меня. Прости. Зенор, не уходи. все равно ты будешь моей. Вот увидишь. Сама придешь ко мне. Вот и папа пришел. Салам алейкум, папочка. Привет, как прошло? Алейкум день? салам, как ты, мой богатырь? Все хорошо? Не устал? А ты все еще не спишь? Нет, я вас ждал. Здорово. Я очень соскучился. В твоем возрасте я скучал по своему маленькому Мишке, а не по папе. А как у тебя настроение? Все нормально? Да, милый. Сегодня позвонили из банка. Угу. Наш кредит готов. Значит, ты у нас теперь богачка? Да. Как у Мина? Утром я ее не видел. Да, отлично. Ты же уходишь рано утром, приходишь поздно вечером, вот и не видишь ее. Кстати, дорогой, мой хороший, Завтра должны зайти в банк и взять мой. наши деньги. Ладно, зайдем. Хорошо. Ты ведь устал, пойдем внутрь. Пойдем. Идем. Привет. Салют, как дела? Как жизнь, как выживаешь? Давай к столу. У тебя плохое настроение? Что случилось? Я так устала, Мадина. Так устала. А ты думала, что жизнь легкая штука? Тебе легко говорить. У тебя есть все. Тебе мне все равно не понять, правильно? Я знаю, тебе нелегко. Мужа нет, а ребенок растет. Все будет хорошо. Не расстраивайся. Знаешь, Мадина, скоро останусь без дома. Останусь на улице. Жизнь меня замучила со своими испытаниями. Я больше не вытерплю. Не будь такой неблагодарной, Зинура. В этом мире проблемы найдут того, кто их боится. Когда твой муж вернется, вот увидишь, у вас все наладится. Нет, он не вернется. Знаешь, я изменюсь с сегодняшнего дня. Теперь я буду жить для себя и для своего ребенка. Теперь мне все равно. Сегодня я пришла к этому выводу. Давай вместе отметим мою будущую жизнь. Хорошо? Что мне делать? Как будет правильно, если я найду деньги? Зеннура не обманет меня потом. Вот-вот моя мечта сбудется. Ах, что мне делать? Как мне поступить? Ты меня побеждаешь, страсть моя. обманывает меня. Папочка, милый, что ты здесь делаешь? Сегодня твой сын хочет спать вместе с тобой. Что скажешь? Иди ко мне, мой сладкий. Иди к папе. Садись. Ты ведь всегда спал с мамой? Вы мне расскажете сказку, папа? У мамы не остались сказки. Что я могу поделать? Да, сказки закончились. Все рассказала. Сегодня я тебе расскажу новую сказку. Хорошо? Хорошо. Ну пошли. Идемте. Сейчас иду. Сейчас. Где Даврон? Опять вы? Что это значит, опять вы? Чего вы ждали от меня? Даврон еще не вернулся. Сколько вам можно говорить об этом? Эй, вы же взяли мои деньги. Ведь твой муж их потратил. Даврон еще не вернулся. Вот уже два года, каждый день вы приходите сюда, стучите в мою дверь, а я говорю вам, нет, нет, нет. А ты знаешь, когда он брал деньги в долг? А что мне делать? Вы знаете, когда это было? Не я же потратила ваши деньги, не я. Это он взял эти деньги своими руками. Если ты не потратила их, зато он у вас обеспечивал этими деньгами. Я их зарабатывал честным путем. Не вмешивайте мою семью. У меня маленький ребенок. Он и его кормил. Он не тратил эти деньги на меня. Я не кормила своего ребенка его грязными деньгами. Твои домовые документы до сих пор у меня. Что это изменит? Что я должна делать? Что мне делать? Документы у вас. Я что, собираюсь куда-то убегать? Ладно, я дам тебе еще немного времени. Верни все мои деньги. Если не вернешь, я тебя уничтожу уничтожит он. Самир, у нас теперь все будет отлично. Когда получим 100 швейных машин, создадим много рабочих мест. И наш бизнес расширится. И денег будет очень много. Только у меня одно условие. Говори. Я на все согласна. Я на все согласна ради своего ребенка. Говори. Даже на совместную жизнь со мной? Да. Согласна. Мне уже нечего терять. Скорее бы принесли эти машинки. Тогда расплатились бы с банком. Как хорошо. Самир, я тебе говорю, что случилось. О чем ты так задумался? Что ты сказала? Ничего не сказала. Я тебе тут о своих мечтах говорю, а ты где-то летаешь. Голи, знаешь, должно быть, я летал в облаках от услышанного. Mm -hmm. Неужели? Обманщик. Поехали тогда. Я немного устал, кажется. Ладно, посидим где-нибудь. Да, давай. Садор, я хочу жить зимой. А очинить, потаскука, которая бросила своего мужа ради денег, будет ли верна тебе? Милый, что случилось? Гули? Да. Когда привезут швейные машины? Примерно через две недели. А что случилось? Могу ли я взять 300 миллионов из этих ее денег? Да. Ладно, но почему? Помнишь моего друга Сардура? Он мне когда-то очень помогал. Да, я в курсе. Сейчас он очень нуждается в деньгах, поэтому он попросил долг на две недели. Через две недели вернет Вот и подумал, может, поможем ему. Конечно, если тебе так угодно. Я тоже согласна. Если в этом вся проблема, тогда не переживай. Идем. покушаем. Не расстраивайся, буду ждать Ладно. тебя на кухне. Вместе поужинаем. Хорошо, ты иди, я сейчас. Опять плакала. Глаза покраснели. Как обычно. Как сама. Нормально. Сейчас. Алло. Как ты, Это я, Самир. Самир, это ты? Здравствуй. Привет. Я нашел нужную сумму. Правда? Завтра я хочу с тобой встретиться после работы. Спасибо, Самир. Спасибо, что ты есть. Ладно, я сам перезвоню. Давай. Хорошо. Хорошо. С кем ты разговаривал? Кто это, Зинура? Почему ты собираешься дать ей деньги? Это не твое дело. А ты почему подслушиваешь? Я не подслушивала. Случайно услышала. Ты сам расскажешь мне, что ты собираешься делать, или мне все рассказать твоей жене? Послушай, не повышай на меня голос, поняла? Я разговаривал со своим бизнес-партнером. Трубку взяла его помощница. Она девушка. Ну ладно, я тебе поверила. Да, иди, и нечего играть мне на нервы. Что ты опять затеваешь? Скоро узнаешь. А где твоя дочь? Она у соседки. Пусть немного поиграет. Сегодня тоже пришли за деньгами. Я не хочу, чтобы моя дочь разочаровалась в жизни, увидев все это. Позже позову ее. Добрый день, Сардор. День добрый. Как ты? Как дела? Может куда-нибудь сходим, поговорили бы? Эй, ты же сам видишь, как я занят. Да, вижу. У меня не было времени, поэтому тебе вызвал сюда. Это очень важно. В чем дело? Говори. Что с ней? Я озинули. Я уже решил, но ну, нашел деньги. Значит, Сардор, я хочу немного пожить с Зенурой. Значит, до сих пор ты не открыл глаза. Такое надо решить умом, а ты прислушиваешься к сердцу. Послушай, если в будущем опозоришься из-за этого, не вини меня, понял? Не говори, что я тебя не предупреждал. В тот день после нашего разговора я наблюдал за ней. Чего? Да. уже иду. Понятно. Вот такие дела, дружище. Спустись на землю. Такие женщины обычно бывают очень коварными. Один раз попадешь, потом они не отстанут от тебя. Я в это не верю. Угу. Зинура не такая. Конечно. Я в это не верю. Я знаю, что она любит меня. Да, любит, любит. Я просто предупредил тебя. Дальше, сам знаешь. Прости, если побеспокоил тебя. Я думал, что это важное дело. Если ты друг, а тебе все равно, мог бы помочь мне в такой момент. Эй. Вот эти цвета должны совпадать. Тебе нужно практиковаться. Понял? Понял. Будешь практиковаться? Буду. Давай, я тебя научу. Как проводим время? Сестра? Да. Вы поговорили с моей мамой. Она придет? Да, она звонила. Что сказала? Твоя мама сказала, что немного опоздает. Сегодня останешься у нас. Хорошо. Дорогой, смотри, как хорошо. Ты дружишь с Сардором с детства. Теперь и наши сыновья тоже друзья. Правда, Имрон Да, правильно. Кстати, милый, Сардор еще не взял деньги? Смотрю, не на месте. Деньги были для него или для другого партнера с работой? Он сказал, что сам приедет. Подождем. Mm -hmm. Подождем, конечно. Почему ты не отвечаешь? С работы, голову морочит, не хочу. С работы или... Ну уже. Папа, дайте свой телефон. Не о просить. Мой телефон. Ты еще маленький, понял, а? Если проблемы на работе, зачем кричать на ребенка? В чем его вина? Ты хочешь, чтобы он привязался к телефону с таких ранних лет? Как ты будешь его воспитывать потом? Иди в свою комнату. Тебе пора спать. Уложи их спать. Пойдем. Пора уже спать. Идемте. Берем машины. Пошли, теперь будем спать. Идемте. Идем, сыночек. Не все ли сдержать свой язык? А зачем ты ее обманываешь? С тобой невозможно говорить. Послушай, когда ты оставишь меня в покое, когда исчезнешь из моей жизни, кто вы? Почему ты нас беспокоишь? Тебе интересно, кто я? Не узнаешь? Разве не узнала? Признавайся. Я не понимаю. Не помнишь, что вы хотите от меня? Слушай меня. Оставься мира в покое, поняла? Оставь его в покое. Он мой муж! Он не твой муж. Он мой муж. Он мой возлюбленный. Он мое сердце, понимаешь? Тебе не понять такие вещи. Не поймешь, что? Что вы говорите? Что здесь происходит? Зенура, успокойся. Самир. Успокойся, остынь. Самир, я ничего не понимаю. Я убью я ее. Я принес тебе деньги. Ты же сама просила. Убери их. Оставь ее мне в покое. Нужны мне твои деньги. Убери руки от нее. Убери. Кто она? Оставь нас в покое. Это она должна оставить Оставь нас покое. в покое, говорю. Ты не вмешивайся. Зенура. Что? Кто она? А ты заткнись. Ты лучше застрели меня, стреляй. Молчать! Зинура! Говори, кто она? Я сейчас все объясню. Самир. Зинура! Ты тоже закрой рот. Сейчас либо она умрет, либо я. Понятно тебе? Я ничего не понимаю. Кто она? Лучше меня, застрели меня! Самир! Зинура, стреляй в меня! Самир, ты же знаешь. Я тебя так люблю. Нет. Да почему? Почему она должна быть между нами, как черная тень? Почему? Послушай меня, отпусти оружие. Нет. О чем она говорит? Я тебя безумно люблю, Самир. Ты же знаешь это. Я сам тебя убью. Пойми, я люблю тебя. Я сам тебя убью. Никто не имеет права убивать меня. Зинур, Самир я тебе кто? говорю, успокойся. Или я убью тебя? Зинур, успокойся. Я тебе говорю, успокойся. Не ори на меня. Успокойся. Успокойся. Либо она исчезнет из нашей жизни. Сейчас Либо все я. объясню. Сейчас все объясню тебе. Гули. Не стоит Гули. ничего объяснять. Зинур, успокойся. Сама поймет. Зинур. Вот и поняла, умница. Гули. Ой, как хорошо. Вы посмотрите на нее. Гули, открой глаза. Вот теперь. Что посмотрим. с тобой, Гули? Что для тебя значит любовь? Теперь посмотрим. Гули. Открой глаза, Гули. Не пугай Нет, меня. на твою любовь и Гули. на твою жену и на тебя убью я вас всех? Для тебя любовь дешевая игра, да? С глаз долой, ведьма! Возьми свои деньги. Возьми свои поганые деньги. Убирайся. Мерзавец. Дьявол. Пошел вон отсюда. Гули. 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 Не пугай меня. Открой глаза, Гули, открой глаза, не пугай меня. Умоляю, открой глаза. А -а 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 -а. Гули? Даврон, Даврон, куда ты собираешься? Не поняла. Потом объясню. Что случилось? Все в порядке? Зинора, потом объясню. Даврон, я не понимаю, что случилось. Объясни, пожалуйста. Сегодня же я должен уехать за границу. Другого выхода нет. Почему? Мне опасно здесь оставаться. Если для тебя это опасно, тогда это для нас тоже опасно. Не переживай, вас никто не тронет. Ладно, когда вернешься, почему уезжаешь? Я сам выйду на связь. Почему ты вдруг решил уезжать? Что я буду делать без тебя? Доченька, всегда слушай маму, хорошо? Я поехал. Милый, ты и вправду уезжаешь? Я сам тебе позвоню. Почему? <звук> Имона. Доченька, милая. <связывая> Успокойся, не плачь. Не плачь. Твой папа скоро вернется. Не плачь. <связывая> Зинура, почему ты не отвечаешь на звонки? Я волновалась. Ты звонила. Я твоя близкая подруга. Беспокойся <связывая> тебе. Я никому не нужна. Не говори так, не отчаивайся. У тебя есть я. Сделаю все, что в моих силах. Знаешь, я собирался совершить неправильный поступок, но даже это не сработало. О чем ты? Я взамен своей чести у Самира попросила большие деньги. Ты с ума сошла? О чем ты говоришь? Хочешь сказать, было бы лучше умереть, чем так поступить? А что будет с моим ребенком? Почему я должна умирать? Я тоже имею право жить, как все остальные нормальные люди. Говори, Мадина, я имею право быть счастливой или нет? Я не могу зайти в свой дом. Что это за жизнь? Где справедливость? Где она? Я осталась на улице с ребенком. Зинура, никогда не изменяй себе. Не переживай. Теперь ничего не важно для меня, понимаешь? Мне ничего не интересно. Береги свою честь. Не падай духом. Все будет хорошо. Давай зайдем ко мне. Почему вы плачете? Что случилось? Кто вас обидел? Ваш муж? А почему он не пришел? Почему вы молчите? Все нормально? Ассалам алейкум. Ва алейкум Райхо? Что случилось? Чего плачешь? Брат, мой муж... Он что случилось? Говори же. Он нашел себе другую. Я заметила это. Райхон, ты не переживай так сильно, хорошо? Я найду его и поговорю. Брат, Неужели все мужчины такие? Я. Неужели они все изменяют своей семье? Разве изменять близкому человеку так легко? Как можно гулять с другой, когда жена ждет тебя дома? Как это можно, брат? Не мучай себя так, ладно? Хорошо. А ты побудь с ней. Угу. Я сейчас вернусь. Ну все, не плачьте. Да, Самир, что еще? Слушай меня внимательно. Слушаю. Не задавай лишних вопросов. Ладно. Сейчас приеду к тебе на работу. Возьми ключи от той квартиры, ладно? Ладно, давай. Ты не оставляешь а... мне другого выбора. Хм, не пуха, не пера. красотка, милая. Даврон, это ты? Да, это я. Где тебя носит? Твои люди замучили меня. Да, знаю, знаю, милая. Я это не наручно. Они меня тоже обманули, понимаешь? Обманули меня в этом деле. Я ни в чем не виноват. Я обязательно вернусь. Как только все наладится, я вернусь. Не оставлю вас от них. Где ты? Где ты, я никогда не оставлю тебя одну. Я люблю тебя и нашу дочь, милая. Зино, все, я должен... Нет. Нет, Даврон. Нет. Алло. Все, поцелуй дочку. Пока. Послушай. Береги себя. Послушай. Алло. 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> Боже мой. Алло, Зинури, привет. Как ты? Больше не звони, Зинури. Алло, кто это? Алло? Алло. 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 Что это? Здравствуй, Самир. Как поживаешь? Привет. Как сама? Н да, хорошо. Я тебе отправлю, адрес. Хорошо. Ладно, поняла. Скоро буду. Давай. Пока. Не глупи, думая о своем муже, о своем ребенке. Мадина. Сумасшедшая. Я извиняюсь, задержалась на работе. Добрый вечер. Все нормально? Кто вас обидел? В чем дело? Что случилось? Все хорошо? Я поссорилась со своим мужем. Почему? Вы же недавно поженились. Он, оказывается, встречается еще и с другими. Как это? Ну, вчера ночью на его мобильный пришло сообщение. Ну, смотрю там какой-то адрес. И что дальше? Я сделала вид, будто ничего не заметила. Утром я следила за ним до того адреса. И потом... Смотрю, он встречается с одной девушкой. И это все? Да. И ты сделала вывод от этого, Райхон? Но ты даешь. Как так можно? Если бы ты видела, как близко они сидели друг к другу. Райхон, не спеши с выводами. Я слышала много таких историй. Послушай, ты поговорил с ним об этом? Нет, прямо сюда пришла. А может, они встретились по какому-то делу? Всякое может быть. Может, другая причина. Давай лучше позовем его сюда. И все вместе обсудим. Что скажешь? Райхон, если ты продолжишь размышлять в таком духе, как же ты будешь жить завтра? Не забивай себе голову. Давай лучше позвони ему и позови сюда. Мы все здесь досконально обсудим. Договорились? Договорились. Только не плачь. Хорошо. Спасибо. Иди ко мне, не плачь. И не переживай, все будет хорошо. На, бери ключи. Хорошо. Больше ничего не говори. Послушай, Садор, дружище. Мы приходим в эту жизнь не один раз. Надо жить на полную катушку. Есть большая разница между твоим и моим выбором. Я не думал, что ты так сильно изменишься. Поверь мне, все наладится. Угу. Спасибо за это, Эдн. Я никогда не забуду такое добро. Ладно, мне пора. Сестра, вы по любви вышли замуж за моего брата? Конечно, я его полюбила. А вы ему доверяете? Конечно, доверяю. Почему ты спрашиваешь? Бери. Просто так. Где доверие, там и любовь. Не забывай об этом. Бери. Хорошо. А почему ты спрашиваешь? Заинтриговала меня. Или же ты сама кого-то? Да бросьте, вы что? И вы так думаете. А почему у Мида вышла? Не знаю, сыночек. Постеснялась. У тебя в садике есть девчонки? Да, есть. Нелюфар, Шахло, Гули. И ты их всех любишь? Люблю. А меня? Радость моя. Вас тоже, мамочка. И они тебя любят. Да. Ты моя умница. Молодец. Такое надо решать умом, а ты прислушиваешься к сердцу. Послушай, если в будущем опозоришься из этого, не вини меня, понял? Самир, я тебе говорю. Что случилось? О чем ты думаешь, брат? Неужели все мужчины такие? Неужели они все изменяют своей семье? Я лишь хочу, чтобы ты меня понял. Я на все согласна. Даже ты на совместную жизнь со мной? Да. Согласна. Самир, добрый вечер. Вечер добрый. Тш, не спеши. Я сдержал свое слово. Я говорил, что все равно ты будешь моей, ведь так? Говорил, что сама придешь ко мне. Как говорится, было бы желание, а возможность найдется. Ты молодец. Я из-за нужды пришла сюда. Еще ради нашей любви. Верно. Настал момент, который мы так давно ждали. Да, верно. Настал. Почему тогда ты не стал моей? Я ведь любил тебя. Я уверена, ты и сейчас меня любишь. Только тогда у меня не было выбора. Можно было попытаться. Да, можно было. Я принес тебе деньги. Я тебе верила. Я дам тебе нужную сумму. Да. Но я говорил, что у меня есть условия, помнишь? Конечно. Эти деньги теперь твои. Ага. Бери их из глаз долой. Что ты несешь? Ты слышала. У тебя есть муж, ребенок. Несмотря на это, ты пришла сюда. Еще в таком виде. Я... Не перебивай меня. Ты сможешь отвечать перед своей совестью. Думаешь, так будет правильно? Даже если у тебя были проблемы, ты не имела права разрушать чужую семью. Понимаешь? Самир, ты не в себе. Да, я не в себе. Неужели ты не любил меня? Любовь? Какая любовь? Моя любовь у меня дома. Она у моих сестер, которые ждут меня до поздней ночи. Она у моих детей, которые зовут меня папой. Она у моей жены, которая заботится о них день и ночь. А не у того, кто готов продавать свою честь за деньги. Э, я закончил. Бери деньги и убирайся. важнее, чем смех моего ребенка. У него есть совесть. Он боится Бога. Он и мне открыл глаза. О, Господи, что я наделала? Что я наделала? Почему я пошла на такую мерзость? Ведь я должна была подумать о дочке. О моей дочке. Если бы на его месте был кто-то другой, он бы так не поступил. Был столько лет. Почему тебя не был рядом? Прости меня. Я был вынужден. Знаешь, я хотел сделать тебе сюрприз. Все твои трудности остались позади. Я вернулся из Турции в Узбекистан. Мы должны встретиться. Вот увидишь. Мы расплатимся со всеми долгами, начнем новую жизнь. И только не плачь. Я еще к ней звоню. 呵呵呵 Ой. Самир, М? завтра можешь отвезти Имрона в детский сад. Конечно. Поедешь со мной, сынок? Да, я с вами поеду, папа. Вместе повеселимся. Да. Молодец. Отец и сын вместе поедут. Звонок, кажется, кто-то пришел. Сейчас. Я открою. Не вставайте. Ну ладно. Дорогой, mm -hmm. я решила выделить немного денег малообеспеченным женщинам. Правильно, поступила. Mm -hmm. Вы бы видели, как они обрадовались. У них глаза сверкали от радости. Знаешь, мужчину портит изобилие, а женщину бедность. Надо помогать таким женщинам почаще. Брат, зять пришел. Ассаламу алейкум, валейкум ассалам. Как жизнь? Спасибо, хорошо. Как вы сами? Проходите, садитесь. Райхон, налей чаю. Как твои дела? Нормально, спасибо. Все хорошо. Райхон, налей чаю. Почему ты обидел мою сестренку, а? Ничего не понимаю. Утром звонит и говорит, что обиделась. Что? а потом к вам позвала. Кто та девушка, с которой ты встретился сегодня? Девушка? Да. Саадат, что ли? Она моя однокурсница. Хороший врач. Я хотел, чтобы она присматривала за нашим ребенком. Да ну. Ребенком? Да, брат. Ты станешь дядей. Вот здорово. Вот это новость. Стану дядей? Правда? Да, обязательно. Вот это радостная весть, Самир. Пусть ваша любовь всегда будет такой крепкой, конечно. Вы не можете купить эти чувства ни за какие деньги. Райхон, если опять будешь сомневаться в своем муже, вини себя. Хорошо. Мы не будем пускать тебя в дом. Фильм озвучен на студии Миракл.